Итак, всем привет, рыбаки! Приветствую всех любителей игры Fishing Clash. С вами, как всегда, Веталь, и вы на канале клана Днепряне. Итак, друзья, по традиции, перед началом ролика, лайк, подписка, комментарий, кто еще это не сделал. И также напоминаю о наборе активных игроков к нам в клан. Клан под названием Днепряне. Так, вот, уже два человечка подтянулось сегодня. Не хватало 7, уже 5 человек. Пожалуйста, название клана, тип кланочки, клана, приглашение. Кидайте запрос, ребята, у кого уровень 150+, и активная игра. Кидайте запрос, и будем с удовольствием с вами рыбачить. Еще 5 свободных мест. Присоединяемся. Будет весело. Так, ну и давайте к сегодняшнему ивенту. Сегодня у нас локация река Меконг и новая эпическая рыба. Это сом Нихофа. Так, ребята, сегодня у нас второй день, уже финишный, окончательный. В общем, большой турнир, не знаю, с горем пополам, с какой неизвестной попытки. В общем, прошел я большой турнир. Таким образом, на 5-ю приманку прокачался. По удочке, ребята, сколько жемчуга хватило, насколько и получилось. В общем, вот такая вот у меня эпическая удочка на сомика. Более-менее срослась. Ну, понятно, здесь по дереву максималка прокачана. Так, ну что ж, давайте по ивенту посмотрим, что к чему. Первый день, ну понятно, здесь все закрыто, лучшие результаты, тоже была серия поединков, мифическая и большой турнир, это все пройдено. Сегодня у нас второй день, умелый ходок 2. Кстати, ребята, ага, вот еще самое интересное, что осталось. Серия поединков. Еще 5-й поединок подряд. У меня 4 подряд уже есть. И 6-й подряд. С сомиком. Ага. Понятно. Ну и также лучший результат. Ну тут вообще сумасшедшие, конечно, запросы у них. 7800, 7850. Это, конечно, сильно. Так, здесь также обычные, редкие. Ну, здесь по мелочевке, в принципе. Здесь такого ничего сверхъестественного нет. А вот серия с 5 поединков на месте. Просто с 5 поединков. Оно сейчас это закроется, получается. А вот здесь серия с 5 поединков с обычкой и с редкой придется отдельно закрывать. Придется кубки сбрасывать, потому что серия с 5 поединков это не так легко. Также здесь вкладка серия поединков. Ага, здесь тоже, кстати, с 4 поединков за сомика я сделал. Осталось просто 6 поединков и 5 поединков за обеих рыб. Ага. То есть следующий поединок в обязаловку надо за обеих рыб делать. Ну и вызовы, понятное дело, ребята. Первые места вообще никак. Чудо каким-то умудрился я 2 вторых места занять. Ну, тут, понятно, уже почти все закрыто. Ну, с первыми местами, конечно, беда бедовая. Кстати, что тут у нас вызов? 7400 на первом месте. Ну что ж, давайте попробуем добить серию поединков. Кстати, за обеих рыб вот это самое-самое такое, что... За обеих рыб. Надо сомика выбирать. Вот. И здесь добивать уже, пробовать. Ну, но буду надеяться, что в принципе прокачу. Кубки 2847. Как бы вроде нормально. Ну, сейчас посмотрим. Попробую пока без сонара. Усилители, как видно, ребята, вообще еле-еле нашкреб после больших турниров, после вот этих всех нервотрепок. Вот, кстати, на 7230 сомик проклюнул. Довольно-таки неплохой. С первого заброса. Но это не рекорд. Это еще не рекорд. Сейчас еще покидать, поскидать. Должен какой-то хвост приличненький, я думаю, проклюнуть. Так, здесь гигантский сом, тоже двенашка. Так, ну пока, я думаю, не буду усилители тратить. В принципе, поединок должен выиграть. Ну, на всякий случай, опять же, мгновенный вылов, ребята, всегда держим. Потому что, особенно когда идут серии за обеих рыб, это очень важно. Бывает такое, что на последних секундах он тебе там 10 секунд остается, перекидывает, и ты ничего не можешь делать. Поэтому всегда мгновенный в запасе обязан быть. Когда заходишь на серию поединок. Так, ну, что ты тут... Andrew, touch me. Рыбачишь, не рыбачишь. Непонятно, я шельбового сома вообще не ловил.
А здесь что-то пытается Сомик этого потянуть. Ну ладно, есть такие игроки попадаются, как говорится. Мне прет, и я играю. Так, есть, отличненько. Серия из 5 поединков закрыта. Осталась серия 6 поединков. 290 тысяч. Ну, кстати, сколько скоро прилетит уже следующая коробка. Здесь тоже 6 поединков надо закрыть. Ну что ж, буду надеяться, что последний 6-й поединок мне повезет. Так, Андрея. Повезет с соперником. И, в принципе, я легко его заберу. Потом, конечно, еще серия из 5 поединков с обычкой или с редкой надо делать. Но я не знаю. Попробую, наверное, с первого раза. Если получится. Если нет, то придется, конечно, подсливать кубки. Хотя бы там до 2600, 2500. И потом пробовать заходить на серию. Сейчас попробую, может, хотя бы эту здесь коробку забрать. Так, ну вот соперник сразу 6500 тянет. Понятно. Кстати, сонар у меня слабенький здесь. 6800. Ничего себе. Вот так вот попался мне на последнем поединке. Вот такой вот товарищ. Любитель обломать мне всю тягу. Так, ну попробую. 7366. Кстати, рекордная. Так, что у нас там? Ну, забей хрип, по-моему, это мне надо. Так, и обычка 3300. Ну, хорошую, кстати, обычку потянул тоже. Теперь главное, чтобы не перекинул он Сомика. Хотя у него результат довольно-таки тоже неплохой. По Сомику. Ну, 6-й поединок здесь проиграть мне никак нельзя. По-любому, ребята, надо выносить товарища Андре. Прости, братишка, но тут без вариантов. Победа мне обязательно нужна. Я тебе ее делал, могу спасибо только сказать, Андре. Ну, теперь смотри, не перекинь. Не делай глупостей. 6-й все-таки подряд. Так, есть победа. Отлично, даже, кстати, за обеих рыб. Здесь Сомик. Так, 308 тысяч. До следующей коробки надо 320. Интересно, что мне тут осталось. Так, здесь серия закрыта. Ну, в принципе, вызовы остались и лучшие результаты. Ну, и здесь еще, кстати, 5000 очей можно заработать на серии с 5 поединков с обычкой или с редкой. Так. Ну, здесь тоже все, в принципе, закрыто. Только остались лучшие результаты. Но здесь даже дело в том, что я не выполнил задание по первому дню, получим результат. А там уже за второй вообще молчу. Еще 7450 и 7600. Кстати, это были задания в первый день. Так, ладно, ну что? Что у нас получается? Второе место. Вызове 7417. Попробую дальше пройти по обычкам и по редким. Ну, кстати, мне надо... Даже не знаю, что лучше. Так, обычка уже первая пошла. Ну, попробую. 4 поединка осталось. Если получится, не сливая кубки, зайти на 5 подряд еще с обычкой, то, в принципе, будет отлично. Сейчас посмотрим. Так, также без сонара кидаю. Хорошо, что 5 поединков не из обеих рыб надо. Просто 5 поединков. Ну, попробую. Если с первого раза не получится, ребята, ну, тогда уже, конечно, тут ничего не поделаешь. Так, Сомика на 5800. Мне бы, кстати, еще рекордного какого-то Сомика подтянуть. Было бы шикарно. Ну да, конечно, жалко, что бонуса от лицензии у меня нету на этого Сомика. Было бы, конечно, вообще замечательно. Ну и сонар, кстати, 50%. Дерево 10, то есть 60. Слабенький. Хотя даже рекордного потянул. 7400. Сколько-то там. 7498. Почти 7500. Хороший карасик попался. Хороший, довольно-таки неплохой. Все-таки, да, на пятую приманку прокачался. И дело пошло. Ну, мне просто повезло. Единственное, что... В предпоследнем пакете с большого турнира упало мне все-таки на новых сомиков этих 8 приманок с обычного пакета. Потому что даже если бы не выпало с этого пакета мне приманок, то даже если бы я прошел большой турнир, мне все равно бы не хватало еще, по-моему, там 5 штук или 4. В общем, что-то так. Поэтому, когда с предпоследнего пакета мне насыпали приманок на ЭПК, тогда у меня уже просто
Не было выбора, по-любому надо было топить до талого, проходить большой турнир любым способом. Потому что я знал, что потом там 10 штук в последней коробке будет. Так, есть второй подряд, поехали дальше. Обычка, выбираем обычку. Так, выключаем сонар и так, кидаем без сонара. Смотрим, что ловит соперник. Так, 3300, ну нормальный в принципе хвост. Славик. Славик, приветствую тебя. Что-то ты там долго выбираешь, ищешь. Что-то значит будет интересненькое. Так, 5200. Рузиков осталось 82. Так, ну 7000 пускай будет пока. Ага, 5800. Ну да, видно, что он там искал, что-то ловил. Ну, пускай будет 6800. В принципе, я думаю, для победы должно быть нормально. 80 грузиков осталось. И еще 3 поединка подряд, по-моему, надо с обычкой закрыть. Сейчас посмотрим. Так, есть, да, победа есть. Отличненько, супер. А, это был третий. И еще 2 поединка осталось. Кстати, прилетела уже коробка, я так и не увидел. Бриллиантовый сундук прилетел. 150 рузиков, 100 мультиков, 100 кубиков. Опять пакет приманок. Ну и трехзвездочная удочка. 100 лет в обед никому не нужная. Так, ну а пакет приманок. Что у нас тут? Интересно, даже если упадет что-то на этот, на новую. Не, не упало. Но даже если упадет, на шестую приманку мне не прокачаться. Без вариантов, поэтому. Поехали дальше. Кстати, вызов первое место даже заскочил я. С этой хорошенькой рыбкой. Осталось еще 2 поединка подряд за обычку. Поехали. Как раз за 3000 кубков перевалю. Я думаю, последний поединок, если у меня будет, уже, конечно, будет жесткий. Ну, сейчас посмотрим, как дело пойдет. Также сонар выключаем. Может даже еще удастся первое место каким-то чудом в вызове взять. Но все равно он меня не спасет. Я думаю, до следующей коробки там еще прилично топить и топить. Так, 2965, 2700. Сомика на 4200 потянул. Так, 560. Хорошо, что да, хоть за обеих рыб уже в принципе все позакрывано. Самое сложное это было 4 поединка, али 5 поединков за обеих рыб закрыть. Вот это самое жесткое, конечно, было испытание. Ну, на счастье проскочил. Так, сумика тоже там что-то на 5-100 подтянул. Я так понял, придется все-таки включить сонар. Хотя, в принципе, вот на 6400 даже без сонара проклюнул. Ну, в принципе, мне... Грузики уже появились. Я и забыл, что только что с коробки 150 штук прилетело. Так, есть четвертый подряд и еще один пятый. Ну и также, конечно, хотелось бы еще какой-то рекордик потянуть. Ну, в принципе, раз уж там уже первое место в вызове держу, то, в принципе, тратить уже можно. Вернее, можно уже и не тратить пока до конца вызова усилители. И потом со следующим вызовом уже искать какой-то рекорд. Так, 3300 брызгун. Ага, и сомик 6200. Хорошо, тут надо поискать. Все-таки пятый подряд. Надо что-нибудь посолиднее словить. Так, ну вот хотя бы 7000 показал сонар. Но если 6800, было бы неплохо. Кстати, 2,6 бонуса лицензии у него имеется. Ничего себе. 7200. Так, ну попробую немножко перекрутить. 7068. Так, ну пока ничего. Рекорд не залетает. Сейчас бы, конечно, рыбалку мечты. Вот эту схватить бы на всех усилителях. Вот, было бы, конечно, хорошо. Можно было бы хорошего хвоста дернуть. Так, 5400, 5300. Ну, не хочет. Крупнячок никакой не хочет заходить.
Но я думаю, бычка он покрупнее навряд ли перекинет. Осталось 7 секунд. Хотел чисто просто перекидать меня по сомикам. Ну, даже если в одну рыбу я выиграл, не страшно. Серии закрыты, все закрыто, отличненько. Да, ну как раз на 3000 кубков поднялся. Есть, закрыла я из серии с 5 побед. Как говорится, на одном дыхании. До следующей коробки 370 тысяч. Ну, еще, в принципе, топить и топить место. В рейтинге даже смотреть неинтересно. Ну, и по вызовам, конечно, если все вызовы закрыть, будет чудненько. Ну, пока первое место. 7498. Надеюсь, удержу. Все, ребята. Буду на этом заканчивать. Спасибо всем за просмотр. Отдельное спасибо всем за лайки, за подписку на комментарий. И комментарий. Поэтому, ребята, и также не забываем, что есть еще куча свободных мест у нас в клане Днепряне. Поэтому обязательно кидайте приглосы, будем рыбачить. Все, всем ни хвоста, ни чешуи и до новых встреч. Пока, рыбаки.